Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок». Первая покупка от этого продавца с Новосибирской области. Выиграл на торгах монету «Красная книга». 93-й год. 100 рублей само письмо. Так оно, и он, по-моему, или 100, или 150 рублей стоила доставка. У продавца рейтинг не очень большой, но все отзывы хорошие. И у него было выставлено достаточно много монет и практически, по-моему, даже вся «Красная книга». Во всяком случае, 93-й год, 92-й был выставлен. Изначально я торговался, хотел купить 92-й год «Тигр». Но не получилось, точнее, я просто выставил ценник 900, по-моему, рублей «Тигр». И, а эти монеты я, мне они обошлись. Скотч. Вот это именно монета 560 рублей. 500 или 580 рублей. Я так случайно просто выставил. Увеличил ставку на все монеты вот 93-го года. И вот это получилось, что я выиграл. 93-го у меня вообще нету. 92-го не хватает «Тигра». Монета, как было заявлено, в отличном состоянии. Естественно, оригинал. Ну, в принципе, да. Никаких явных пятен. Возможно, что даже не чистилось. Отлично. То есть она мне вышла меньше 600 рублей. И все 4 монеты этого года, остальные, ушли тоже меньше 600 рублей. Если бы я выставил, может быть, 600 с небольшим, то, может быть, и больше и выиграл. По-моему, 94-й год был, но они намного дороже, поэтому я пока... Продавец отправил все быстро, без проблем. На связь выходит, вопросов нету. То есть, в принципе, можно покупать, если у него дальше будет много лотов хороших, ну, немного, которые меня интересуют, можно у него покупать. Ну да, все отлично. Оригинал. Ссылку на продавца оставлю. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.